14 февраля для сотрудников библиотек можно назвать красным днем в календаре. Ведь этот день особенный, когда дарят книги. Принимать подарки, конечно, всегда приятно, но вот дарить их куда лучше. Библиотеки третий год участвуют в акции, и за эти годы мы уже подарили книги революционному центру «Радуга», сделали книжную полку на железнодорожном вокзале, дошкольным учреждениям, с которыми библиотеки сотрудничают. И сегодня наши коллеги тоже готовы подарить книги своим новым друзьям и читателям. Их будет подарено более 200 всего. Мы надеемся, что чтение будет также актуально продвигаться, и традиции дарить книги друг другу, друзьям и библиотекам будет продолжаться всегда. 5 многодетных семей получили в подарок по целому набору разнообразных детских книжек. Для каждого ребенка литература подобрана с учетом возрастных особенностей и интересов. Даша Трофимова мечтает стать врачом. В подарок – анатомия человека. Я читала книги, у меня есть дома книга «Человек». Я прочитала про людей, как их лечат. То, что дочка изучит презент буквально за пару дней, мама не удивляется. В свои 8 лет Даша лидирует по чтению 208 слов за минуту. Любить книги приучает и младших братьев. Даша их пытается научить. То есть вот, книжки нужно беречь, уважать. И она с таким Гулливера читает, там все взахлеб. И этого дорогого стоит. Она за компьютером у нас не сидит. То есть ей самое главное книжки. У нас, можно сказать, библиотека своя дома. Принесли, у меня даже был момент, когда у нее был день рождения, ей было 8 лет, мы принесли ей 21 книгу, подарили, потому что подарок заключался именно в книге. 21 книгу, она их прочитала за месяц. Рябовы постоянные читатели детской библиотеки. В семье заведено ни дня без книги. Мама любит читать, и меня приучили читать, и дети у нас все читают, что ходят в библиотеку и учатся, отличники, читаем. Постоянно. То есть спать мы ложимся, мы читаем книги, днем нам надо читать книги. Каждый книжный любитель знает, что главный аксессуар книги – это закладка. И чтобы не забывать, на какой странице остановились читать, на мастер-классе школьники своими руками изготовили персональные закладочные полоски. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.